стала известна, наконец, дата празднования 450-го дня рождения города Уфы. Праздник перенесли с 12 июня, и теперь он состоится 31 августа. Чем вызван перенос этого праздника власти не поясняют, хотя очевидно, что процесс всеобщего ликования, перерезания ленточек и массовой благодарности граждан решено максимально придвинуть к дате предположительного переизбрания Хабирова на второй срок. Уфимские власти сообщили, что платные парковки, о которых, собственно, заговорили еще при мэре Ирике Елалове, появятся в городе уже в 2024 году. Планируется на первом этапе организовать половиной тысячи парковочных мест и, согласно опубликованной схеме, весь центр Уфы станет платным для автолюбителей. Это улицы Ленина, Карла Маркса, Цюрюпа, Свердлова, Пушкина, Чернышевского, Революционная, Карла Маркса, Мустая, Карима и Кирова. Ну, как быть, например, жителем домов, которые расположены на этих улицах? Будет ли какая-то бесплатная парковка для резидентов, как это делается ну, во всем цивилизованном мире? Если человек живет в районе парковки, он не платит за парковку своего автомобиля значит, в этом месте. Сколько будет стоить это парковочное место в час, в минуту или в секунду и так далее? Вопросов, конечно, масса. Мы ждем этих э, ответов на эти вопросы, надеясь, что мэрия их каким-то образом озвучит в ближайшее время.